Слышали ли вы что-то про экономику дарения? Во многих частях мира на протяжении веков существовали народные традиции взаимоподдержки. Называются они по-разному, но суть у них одна. Вся община собирается и помогает каждому по очереди. Собрать урожай, заготовить дрова на зиму, построить дом или же оплатить что-то крупное. Машину, ремонт дома или обучение. Движение «I'm Ubuntu» создалось благодаря ценностям южноафриканской культуры Ubuntu, что обозначает «я есть, потому что мы есть». И раз мы есть, значит «я есть». В этих словах прекрасно передается главный посыл движения «I'm Ubuntu». Его развитие осуществляется на основе интерактивного сайта с системой учета, кто кому сколько подарил, а также чья следующая очередь дарить и получать подарки. «I'm Ubuntu» — это децентрализованная международная система взаимопомощи, в которой вы сможете общаться и обмениваться подарками в размере от $12.5 до $20,000. В итоге любой участник получит возможность прийти к финансовому процветанию. Движение по смыслу соответствует благотворительной организации и позволяет получить поддержку в осуществлении своей мечты, а также помогать другим участникам в достижении их целей. Денежные подарки передаются от человека к человеку без посредников и контроля третьими лицами. Здесь нет никаких процентов и отчислений на сайт или человеку, пригласившему вас. На все 100% легально, так как дарить подарки разрешено в любой стране мира. Все, что для этого нужно – интернет, телефон или ноутбук, а также обязательно скачать мессенджер Telegram. На сайте «I'm Ubuntu» невозможно что-то украсть или соскамить, потому что нет никакой компании или владельцев, стоящих за проектом. Здесь также нет товаров или услуг. Движение не является бизнес-деятельностью. Чтобы стать участником движения, необходимо выполнить всего два условия. Первое – подарить первый подарок другому человеку. Второе – пригласить два человека, которые повторят условия. Как это работает и откуда берутся деньги? Все гениально и просто. После регистрации на сайте «I'm Ubuntu» нужно подтвердить почту и пройти верификацию своего Telegram-аккаунта и выполнить названные условия. Перевод подарка можно осуществить любым удобным способом. Нужно всего лишь согласоваться с получателем. Первый подарок – это единственный раз, когда нужно будет потратить деньги из личного бюджета. После успешного дарения получатель подтверждает на сайте, что подарок им лично получен. Алгоритм перемещения по доскам изобилия позволяет получать все новые подарки и отправлять часть из них на более высокие доски. В итоге объем получаемых, а также отправляемых подарков постепенно увеличивается. Также каждый участник получает возможность дарить и получать подарки, находясь на всех досках одновременно, и повторять эти действия бесконечное количество раз. Каждый участник, стоящий на доске, непосредственно влияет на ее продвижение. Когда все участники действуют оперативно, доски закрываются очень быстро. Звучит очень интересно, не так ли? Если у вас возникло желание участвовать в уникальном движении, и вы хотите стать частью нашего сообщества, дарить и получать подарки от сердца к сердцу, присоединяйтесь к «I'm Ubuntu».